Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. У нас сегодня заказ Faberlic по 9 каталогу, плюс очень-очень много крутых новинок 10 каталога. Итак, поехали. Коробка небольшая, но здесь почти на 50 баллов. 48 где-то так. И в основном тюбики. Как все хорошо упаковали, потому что всего очень много. Я даже засомневалась на пункте выдачи, что это у меня тут одна коробка. По порядку буду доставать. Первое, что попалось, смотрите, девчонки, это новинка 10-го каталога Faberlic Expert линейка, концентрированный шампунь. Что радует, он с дозатором. Вообще мне нравится такой флакон, я его себе по-любому оставлю. Этикеточку сдеру. В общем, отклею этикетку, она отклеивается, и будет вот такой мятный флакончик. Может, на кухню себе что-нибудь налью, мне прям по цвету подходит красиво. А мне вообще вот эта линейка Faberlic Expert не подходит. У меня начинается зуд кожи головы, шелушение, ну и прям вот это выглядит как перхоть, это все некрасиво. Мне из этой серии подходит только черный шампунь. Но решила попробовать вместе с вами новинку. Плюс 200, в 3 раза экономичнее, 90 применений. По идее, он должен хорошо пениться, да? Артикул 1998, здесь 190 мл. На момент отдушки давайте попробуем, и в следующем ролике с вами потестируем. Он прозрачный. Пахнет вкусненько, какими-то фруктиками. Пахнет вкусненько, мне нравится сама идея дозатора. Ну, израсходуем, я думаю, израсходуем. Надеюсь, что зуда не будет. Все вам обязательно расскажу, покажу. Так, поехали дальше. Заказала крем, мыло, лакрем. Артикул 2581, восстанавливающая райские моменты с медом и молочными протеинами. У меня в ванной на кухне стоят дозаторы, вспенивателе, да. И я туда вот этот флакон напополам делю, на два больших полулитровых флакона, доливаю воды, и выдается пена. Мы так любим мыть ручки, и мне так вообще больше нравится. И бутылочки стоят минималистично. В общем, мне вот этого одного флакона мыла на два раза, на две бутылки, то есть на очень долго хватает. Повторила покупку, потому что одну отправила уже в пустые баночки или просто выкинула, девчонки, губку, металлизированную губку. Это на самом деле вещь невероятная. Можно привести в порядок кастрюли, сковородки, раковину. Я чищу теперь без каких-либо средств вообще. Просто вот так вот губочкой вот этой прохожусь, и все чисто. Налет от воды убирает изумительно. Артикул 910-434. Любовная любовь. И в масс-маркетах, что продается, и на Валберес, это совсем не то. У меня были такие губки. Они вообще не обладают этой жесткостью. И нет вот таких вот твердых по бокам пластиночек. Ну, в общем, я брала Faberlic круче, Faberlic лучше. Дальше вот что хочу достать, девочки, вот что хочу достать. Я взяла один аромат, потому что все-таки цена 444 рубля. Если мне очень понравится и зайдет, я буду потом брать по VIP-программе с 70% скидкой. Это гранулы. Сейчас такие гранулы у нас есть в китайских кондиционерах. Стоит это все дело весь день, бюджетно. Ленор. Сегодня видела, девчонки в Телеграм писали, самый дешевый 649 рублей, по-моему, сейчас огромная скидка. А этот обошелся мне со скидкой 444 рубля. Давайте посмотрим. Я взяла вот такой вот аромат, желтенький. Артикул 308-45, это новинка 10-го каталога, там будет три вкуса, я почитала, посмотрела, мне вот этот хочется, сейчас понюхаем. Аромат тканей до 12 недель, длительная свежесть одежды, активируемая в движении, Ткань без статического электричества идеально подходит для постельного белья и спортивной одежды. У меня цветочно-фруктовый аромат с легкими нотами пряности и шипор. Ну ладно, надеюсь, мне все понравится. Так, артикул сказал вам 308-45, вот этой желтенький. Мне интересен еще способ применения. Сейчас будем в следующий раз вместе тоже с вами в ролике все потестируем, все расскажу. Потому что пока у меня в японский кондиционер по аромату сейчас в любимчиках нашла. На маркетплейсах прям не могу, вся квартира благоухает. Засыпьте гранулы парфюма в пустой барабан стиральной машины. Потом положите белье в стиральную машину, запустите программу, наслаждайтесь. Значит, сначала насыпаем барабан, потом кладем белье. А сколько? Вот мне интересно еще сколько. Сколько? Одна столовая ложка или две столовых ложки. Одна столовая ложка для деликатного аромата, один цветочек нарисован, и две столовых ложки для яркого аромата. Но расход приличный, потому что здесь вот сколько грамм? На 20 стирок написано. Будем пробовать. Я, конечно, очень надеюсь, что он насыщенный, потому что мы все давно ждали. В любом случае, он получается дешевле, чем на масс-маркетах. Если действительно будет крутой насыщенный аромат, вот так вот пленочка тут снимается, то... Ну, зачем нам? Мы будем брать в своем интернет-магазине, чем в чужих, да? Баночка не полная, кстати. Тут вот так где-то, вот, где желтый. А, он очень яркий, девчонки, он очень яркий. Из флакона аромат безумно яркий. Аж прям душит, серьезно. Но в хорошем смысле. Что-то я тут и грушу немножко чувствую, цветочки. И жасмин. И знаете, такой фруктово-цветочный сад.
Очень яркий, очень приятный аромат. Ни на что. Фаберлик не похоже. Не было такого кондиционера. Могу сказать, вот те, кому понравился кондиционер, который сейчас пропал, «Мелодия солнца», здесь и есть легкий отголосок «Мелодии солнца», но это в 100 раз лучше и круче. Потому что чувствуются спелые фруктики какие-то вот в перемешечку. Очень классно. Смотрите, вот такие вот гранулы, но половинки, как все такие вот гранулированные ароматы для стирки. Такие вот половиночки. Половиночки. Но мне кажется, столовая ложка — это прям вот за глаза. Но будем тестить. Попробуем с вами столовую ложку. Хотя написано, что столовая для деликатного аромата. Постираем, попробуем. Но из флакончика. Флакончики, кстати, тоже классные. Можно потом этикетку отдирать. Тоже он будет прозрачный. С вот такой вот крышечкой под цветочек. Ну, для чего-то использовать. Там, не знаю, подставку для карандашики, например. Ну, красиво. А, тушь почему-то у меня открытая. Кто ее вскрывал без меня, не знаю. Коробка закрытая. А, First Class. Потому что сейчас опять достала свои запасы туши First Class из холодильника. У меня там она уже лежит полгода. Вот она у меня сейчас на ресничках. Коричневая тушь First Class. И все-таки это моя любовь. Потому что белорусская Luxe Visage, да, XXL, она, ну, не делает мне такого эффекта драмы, которого мне хочется. 53,72 артикул. Саму тушь, надеюсь, не вскрывали. Но я не буду ее открывать. Здесь кисточка не силиконовая. Она обычная. Но очень объемная. И вот такого эффекта драмы можно с этой тушью добиться. У меня никаких не нареканий, но у всех ресницы разные. Кому-то подходит, кому-то нет. Надо пробовать. Цена вопроса туши Фаберлик вообще ни о чем. Так, девчонки, заказала две пачки пластин для стирки. Что хочу сказать. Все-таки я вам вначале говорила, когда мы тестировали, что такие же, как порошок, по сути. Нет, вот сейчас сделала для себя вывод, что у меня они отстирывают лучше, нежели порошок. Все делаю по инструкции, кладу на белье в барабан, все стираю. Потому что много грязной одежды, некоторую приходится замачивать предварительно с перкарбонатом, да, а потом стирать. А тут вот как-то я попробовала грязные вещи без замачивания постирать с порошком, а потом опять постирать с пластинами. Все-таки разница есть, они помощнее, они по концентрированию немножко. Поэтому по VIP-программе одну пачку взяла с 70% скидкой, и по Faberlic Drive еще в этот раз нам подарили, это кто 100 баллов делает ежекаталожно, участвует в программе Faberlic Drive, и вот в этом периоде подарили скидку на 70% на один продукт тоже по Drive. И они мне обошлись так с 70% скидкой 300 рублей ровно с моей скидкой. Артикул 308,43. Здесь 20 пластин. Если у вас не полный барабан, и вы стираете там темное белье, пледик какой-нибудь, ну или то, что без пятен, можно половинку вообще оторвать, и very good просто. Поэтому мне понравились, беру по VIP-программе, у меня две целых скидки, поэтому буду брать вот парфюм, порошочек, отличная цена выходит. И что еще я взяла по VIP-программе, девчонки, на вторую по скидку? Я забыла уже. Ладно, сейчас все по порядку дойдем, до этого вспомню. О, пасты. Новые пасты – это новинки тоже 9-го каталога из линейки. Вот где шампунь у нас с вами с крапивой, да? Бальзамчик тестировали в прошлом каталоге. Так, первое. Двойной кальций зубная паста. Вот это вот голубенькая. Артикул 200,01. Здесь 100 мл. Восстановление эмали. Она заявлена как восстанавливающая. И вот эта вот желтенькая, она у нас с прополисом. Алтайский прополис. Зубная паста. Артикул 20 тысяч ровно. То есть 200 и еще 2 ноля. Вот такой вот артикул. Пасты открыты, они могут 6 месяцев. Это у нас с вами укрепление десен. То есть укрепление эмали голубая, укрепление десен оранжевая. Давайте посмотрим. Они все приходят вот так вот зафольгированы. Я на вкус попробую. Вам сейчас скажу быстренько. А потом попробую почищу. И тоже в следующем ролике, когда все будем тестировать, все вам расскажу, как чистоту эмали сохраняет. Такая вот беленькая паста вот эта. Очень сильно ментоловая. Кто не любит такие пасты, я знаю, девочки у меня такие есть, не зайдет. Это прям ментол, ментол, ментол. Как освежитель Фаберлик Эксперт в черной бутылочке. Очень ядреный ментол. Так, и прополис. Тоже все зафольгировано. У нас с вами приходит. Давайте потестим. Она желтенькая уже, девчонки. Она такая желтенькая. О, какая, смотрите. Желтенькая. В тюбике лучше видно. Она ментол с прополисом. Прополис, который тоже слегка поджигает. То есть тоже такой вот поджигающий эффект есть. Но вкусненькие. Обе вкусненькие, сладенькие. Вот это даже послаще. Послаще, но везде ментол прям много-много, имейте в виду. Так, дальше заказала краски. Девчонки, последний раз красила волосы. Камера вам немножко неправильно передает цвет при искусственном освещении. Снимаю сейчас дождь, темно, все вообще, зараза. Вот. А, они светлее. Они с фиолетовым отливом, с таким красивым. И красилась я Faberlic Expert Color 8.1, артикул 180-43 и салон Kia 10-15. Эта краска периодически пропадает. Я в следующем заказе, наверное, возьму штук 5, потому что
Сейчас артикул скажу, объясню почему. 82,76. Плюс к вот этим краскам, я их пополам делю, то есть половина вот этой, половина вот этой, половина этого окислителя, половина вот этого. И плюсом кладу Алин, корректор цвета. Он есть на маркетплейсах, 0,22. Это сиреневый корректор цвета, который великолепно нейтрализует желтизну. Я кладу где-то вот такой длины полоску. Сейчас последний раз клала, 5 сантиметров, то есть, грубо говоря. И вот цвет получается обалденный. Но вот камера вам сейчас не передает, но он действительно классный, он действительно крутой. И я поняла, что именно на выходе получается то, что я действительно хочу. Поэтому зачем я буду как бы экспериментировать? Я буду брать вот то, что мне дает действительно такой эффект. Надо, Алина, еще вот запастись тоже, пусть стоят, и все. Обалденный результат, никакой желтизны. Вот камера, она периодически вот вам подвирает почему-то. Но вообще цвет получается шикарный. Волосы гораздо светлее и сиреневым таким легким отливом. Так, дальше что взяла, девчонки? Я взяла ресницы себе, потому что мои куда-то подевались. А иногда, знаете, особенно в жару, с утра просыпаемся и как бы позавтракаем, и пошли гулять, все, и это на целый день. Приходим на дневной сон домой, уходим. Хочется ресницы с утра налепить и идти. Не краситься, ничего. Вечером пришел, отлепил. Мне идти, и те очень нравятся. Но сейчас взяла 79,65. Они смотрятся очень естественно и красиво. Но самое интересное, я взяла клей, потому что заявлено, что там новая формула. Так, артикул ресниц сказала, артикул клея. Сейчас найдем. 55-630. В прошлый раз мы с вами, когда тестировали, этот клей пришел, он был бракованный. Он вообще не клеил, он выходил комками, он в принципе не выходил. Был брак, и компания это признала, что возвращайте, это брак. Давайте с вами сейчас хотя бы откроем. В следующем ролике наклею, покажу, если наклеить. Но сейчас вроде жиденький, кисточка такая вот, вроде жиденький, беленький. Посмотрим. Если будет хорошо клеить, то отлично. Потому что мой клей с Wildberries тоже куда-то подевался. Клей классный, блин, но подевался куда-то. Решила, думаю, ну раз новая формула, мы обязательно попробуем. Появился парфюмированный гель для душа, который тоже будет в 10-м каталоге доступен. Мурмур. Артикул 886-19. Мне нравится эта туалетная водичка, поэтому решила взять себе гель для душа. Достаточно нежная такая, пудровая, ванильненькая, классная, но не удушающая ваниль. Все супер. Так, дальше, девчонки. Вот я тут прям смотрела. Сейчас на Юдашкины парфюмы скидка хорошая. Вот очень хорошая. Но мужской, женский. Я себе взяла малышки 30 мл. Они вышли по 240 рублей, девчонки. 220 рублей, по-моему, даже. С моей скидкой. И акция 1 плюс 1 там. По 200 рублей. Вы представляете? Думаю, ну надо взять. Ну сейчас, кстати, со штрих-кодом все парфюмы. Сейчас в слюде. И я брала его очень-очень давно. Больше 2 лет назад. Пробники. И я уже не помню. Но вроде как многим нравится. Думаю, возьму. Я еще свекрови подарю. Мужской 32,67. Мужской, мне кажется, я вообще никогда не тестировала. Но многие девочки писали, что мужской хороший. Прям. Запакуют же хрен откроешь. Вот так он выглядит. Так. Ой, хорошенький. Мне нравится мужской. И мужу, я думаю, понравится. Классненький. С нотками шипровости немножечко. Но они как-то вот исчезают. Сладенький и свежести есть. Вот знаете, такой вот нормалек. По-другому не знаю, как сказать. Ничего там супер-купер какого-то. Но вот хорошенький такой парфюм. На возраст 30+, я бы сказала. Потому что я вот эту, допустим, шипровую нотку не очень люблю. А на молодых мужчинах особенно. Ой, а вот сейчас расходится в воздухе. Прям такой даже вот нотка притягательности какая-то есть. Неплохой, неплохой. Так, и Рос женский парфюмчик. 385. 3085. Акция при покупке двух, они выходят за копейки. Так интересно, вот так, когда смотришь, надпись золотая, а вот так зеленая. Давайте потестим. Ой, хорошенький тоже. Какая интересная роза. Ой, какая роза интересная, девочки. Свежая роза. Вот свежая роза. Неприторная. Я розу вообще в парфюмах не люблю. Но мне прям показалось, что вот я описание почитала, что мне зайдет. И мне заходит. Это не болгарская роза. Я вот ее не люблю, девчонки, в парфюмерии. Это роза такая, чуть шиповничком подразбавленная. И другими цветочками. И в перемешечку с нотками свежести и чистоты. Вот прям очень хорошечно. Слушайте, мне нравится. Мне прям нравится. Класс. Прям вот с удовольствием, наверное, никому не подарю. А, вот что я взяла еще по скидке 70% по VIP-программе. Я взяла крем куркума ночной. Почему? Потому что это восторг. 28,57. Дневной мне не заходит, девчонки. Запечатанное все приходит. Потому что он SPF. И он мне тяжеловат. У меня SPF легкие есть. Которые действительно защищают. Я уже во влогах вам рассказывала.
А ночной это просто песня. Вот встаешь, и кожа у тебя как бархат, просто как шелк. И декольте, вот мне понравилось. Я когда им пользовалась, у меня практически все кольца Венеры вот эти ушли. Прям практически все ушли, вот декольте разгладилось. И я прям в таком диком восторге, что я думаю, ну, кремы, которые открыты уже, да использую на ручки, на ножки. И буду пользоваться тем, который действительно эффективный, от которого эффект вижу. Девчонки, мне очень нравится. Я думаю, это понятно, потому что вы редко видите у меня, что я какой-то уход повторяю второй раз, да? А здесь вот... Да. Дальше мы еще много чего с вами не разобрали. Новинок много. Так, 3 плюс. Это взяла Крестюшки пасту с бананом. Артикул 2886. Она вообще без мяты. Она у меня терпеть не может мяту в пастах. Вообще тяжело подобрать. Но это вроде ничего. Новинка 9-го каталога. Крем для кожи век Ботаника. Здесь, кстати, к возрасту привязки нет. Артикул 0734. Фитосыворотка для кожи вокруг глаз. Морошка и лен. Такая вот беленькая. Не стекает, густая. Но на коже начинает таять. И немножечко, как будто там у цинчик улитки есть. Знаете, так вот. Практически не пахнет. Такой приятный отголосочек ботаники. Но вот кожу рук хорошо увлажняет. Как будто там, как будто даже там силикончики есть. Так вот прям хорошо. Прям вот разглаживает кожу рук, я бы даже сказала. Ну, прикольная вещь. Так, дальше выходит гель для век Асиул в 10-м каталоге. 0,990 артикул, здесь 15 миллилитров. Он у нас с вами препятствует появлению морщинок, освежает, делает кожу здорово увлажненной, прекрасно подходит для ежедневного ухода. Смотрим. Будем все тестировать. Вот такой вот тюбичек. Я не очень люблю отдельно все эти крема. И, скорее всего, на все лицо их измажу, но тем не менее. Та же самая песня, что и в Ботанике. И вот по консистенции он такой же, не растекается, достаточно плотненький. И также, в принципе, тает на коже. Одушки практически никакой не имеет. Легкая парфюмерная. Он гораздо быстрее впитывается, чем Ботаника. И оставляет с собой кожу тоже гладкой. Но я вот сильной разницы на руках не заметила. Будем пробовать на глазах потом, да? Так, едем дальше. Что у нас тут еще? Так, девчонки, заказала спрей-пятновыводитель. Хочу один интересный эксперимент провести. Я его не очень люблю, он для меня прям слабоват. Но для эксперимента он мне нужен. Потом увидите. 301-51. Так, это что у нас? Господи, уже забыла, что заказывала. Карандаш для кутикулы. Смотрю, не пойму. Думаю, упаковка вообще незнакомая. Так, артикул 7036. Удобная достаточно штука. И здесь у нас что? Что у нас здесь? Хотя бы обещают-то. Ничего не обещают. Просто карандаш для ухода за кутикулой. Касторовое масло, масло авокадо. Слушай, брови с ресницами можно мазать. Витамин Е, эфирное масло лимона, миндальное масло. Нет, ну а почему нет-то? Можно, конечно. Красивый дизайн. Смотрите, здесь что? Здесь запасные кончики. Смотрите, девчонки, здесь запасные три кончика вот таких вот. То есть один из возюк или чем-то достали запасной. Да, они здесь лежат, три запасных. Смотрите, как классно. Вот тут внизу. Опа. Так. И тут достаточно много жидкости должно быть. Сейчас попробуем. У меня кутикула вот в данный момент очень сухая. Предыдущий карандаш, который, в принципе, сейчас есть, он мне безумно нравится. Он быстро очень приводит кутикулу в порядок. Ничего по этому поводу сказать не хочу. Ой, ну мне нравится вода Юдашкина. Я прям сейчас сижу и наслаждаюсь, как от меня пахнет. Слушайте, классная. Я вообще не очень дружу с парфюмами Faberlic, но здесь прям хорошо. Вот эта свежесть, она как-то на первый план даже выходит над розой. И очень гармонично. Лето сейчас прям хорошо. Так, смотрим. Ну да, да, слушайте. Ничем не хуже предыдущего, по крайней мере, точно. Кутикулу быстро в порядок приводит. Сухость убирает, шелушинки вот эти мелкие, заусенчики сглаживает. Их не видно. Впитывается практически моментально. Вот уже практически везде впиталось. Все в этом плане отлично. Вещь годная. Еще вот эти запасные штуки, их три. Вообще вещь. Так, и вот что у нас с вами осталось, девчонки. Это Дейзики Стики. Наконец-то нас Faberlic услышал и выпустил Дейзики Стики. Взяла мужу, взяла себе. Ура, аллилуйя. Потому что мне вот эти Дейзики нравятся, но удушающее облако, которое они оставляют, когда ты не пользуешься, вообще нет. Но покупала. Взяла Катон хлопок 37-12 себе розовый, а мужу Cool Control 37-15. Давайте смотреть. Давайте и по аромату пробовать. Они, кстати, никак не обезопасены от взлома. Вот это колесико внизу. Крутим, крутим, крутим. Вот он вылезает. Ах, как вкусненько. Показать вам, сколько его здесь. Вообще тяжелые они сами по себе. Сейчас, если не отвалится, докручу до конца. Ну, уже много, потому что он сам по себе такой вот широченный стик.
Гляньте, все вылазит. Только не отваливайся, пожалуйста. Только Криксона в конце любит вывалиться. Во, во сколько, девчонки. Вот он обратно. Его сейчас закручу. Многие девчонки ждали эту новинку. Я знаю, прям многие-многие. Так же, как и парфюм для стирки. Потому что ни одного твердого дейзика Фаберлик не было. Для меня лично это самый удобный формат. Камера прям ликует сегодня. Самый удобный формат — это твердые дейзики все-таки. Сразу сухо, сразу хорошо. О, надо его заправить пальцем назад. Запах классный, нежный, суперский. Хоть и мужской, так и женский. Ой, ну Катон вообще вот этот розовый. Я думала, мне зеленый сначала больше нравится. Нет, вот этот розовенький, он прям самый класснючий. Нежненькая такая цветочная душка, классная. Так, ну вот и все. Смотрите, сколько новинок. Если еще появятся новинки 10-го каталога, закажу. Следующий заказ обязательно все вам расскажу. В следующем ролике будем тестировать. Эти, каталог 10-й, вот он как раз, парфюм у нас тут. Я подумала, что этот будет слишком насыщенный, поэтому желтый взяла. Кто Фаберлик не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Классные подарки сейчас для новичков. В следующий раз будут у нас чай и БАДы. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.